Приехал на стройку, сейчас вон фура задним ходом выезжает со стройки, но, ребят, ему проще было заехать задним ходом, чем выезжать, потому что здесь узкое, плюс вот здесь надо при выезде также ему заламывать прицеп. Так что будет нелегко, надеюсь, он справится. Там вроде более-менее прямо, а вот в этом месте придется немножко поработать рулем. Ему надо немножко, да, правее. Показывает, видите, человек, что сзади стоит, потому что там очень узко. Такое ощущение, как будто он не пройдет, и я ему буду мешать. Хотя нет, здесь он сможет левее проехать. Wieso jetzt nicht rückwärts reingefahren? Rückwärts rein ist genauso scheiße wie rückwärts raus. Ja, aber besser so als. Aber da hinten habe ich eine Parklücke, weißt du das? Ah, okay. Он говорит, что без разницы, что ты задом заедешь или передом, выезжать надо или заезжать надо будет вот так. Ну, водитель молодец, ребят. Да, сейчас ему придется посмотреть, как выезжать. Я бы на его месте попросил бы, чтобы водитель с крана проехал немножко вперед. И мог бы он выехать прямо, там открыть забор можно, прямо на дорогу выехать. Потому что здесь ему сложно будет как-то завернуть куда-то. Но я уже сейчас заезжаю задним ходом, у меня разгрузка будет. Дорогу освободили, так что быстренько разгружусь, да надо отсюда уезжать. Здесь постоянно машины ездят. То одни привезут что-нибудь, то другие. Очередь постоянно. Вот мне повезло, что я так проскочил хорошо. Практически до нужного места, где я могу разгрузиться. Вот туда попробую заедь на полуприцепе. Не развернуться никак. Только задним ходом. Места мало, плюс везде материал лежит. Так, ну вот это мне надо все разгрузить. Все 8 палет. И поставить куда-нибудь вот сюда, где место найду. Так что работа моя пошла. Я пока разгружался, уже приехал в следующая фура. Ты говоришь только по-русски? Тебе, смотри, надо сейчас прижаться к этой куче как можно больше. И потихонечку. А? Нет, нормально, тебе надо, смотри. Тебе не надо загибать, ты прижмись сюда, я сейчас могу проехать. И ты уже потихонечку выводи ее туда, в фуру. Тебе не надо заламывать. А я-то моя машина, да. Я сейчас уберу, да, протяни и сразу вправо бери, как можно сразу. Я. Ему надо просто аккуратно вот так протянуть. Сейчас отъеду. Да, ребятушки, это тяжело, конечно, работать, когда не знаешь языка, потому что водитель знает только русский. И вот со стройки меня попросили перевести. Вот я сейчас ему помогу и немножко назад сдам, чтобы он как можно взял левее, да, и проехал туда, куда ему сказал начальник стройки, скажем так. Так что, ребята, если вы хотите работать на фуре по Европе, хотя бы знаете немножко английский, потому что без языка это очень сложно. Тяни сюда, смотри, с этой стороны. Просто давай еще прямо проезжай. Протяни прямо, чтобы у тебя полуприцеп ровно стоял. И потом потихонечку... Не надо ломать, ты потихонечку его... У меня там уже нету места, сзади там стоят. Еще сюда теперь его влево поворачивай. Теперь выводи его аккуратно. Ты сам откуда? Откуда? Киргизия. Киргизия. А на каком языке говоришь? Английский, немецкий. А как ты с ним общаешься? Теперь смотри здесь еще. По эту сторону не забывай, смотри. Muss Fenster aufmachen. Открой.
Открой окно, посмотри, вот тут не забывай, сейчас просто ровно, тяни его, и все, и получится у тебя. И потом аккуратно его заводи вон за песок туда, не заламывай сразу, а потихоньку. Предложил ему, чтобы я за руль сел, но не хочет. Стоп, стоп! Опять вперед давай! Еще давай! Вот так! Теперь ровно назад! Аккуратно! Держи ровно руль! Да-да, потихонечку, все, проходишь! Зеркало не забывай смотреть! Ребята, я ему предложил, чтобы я за руль сел, но не пускает, так что помогаю. Давай! Теперь смотри, заламывай потихонечку, начинай выкручивать руль! Выкручивай, давай! Потихоньку начинай, уже сейчас выкручивать! Давай, выкручивай, во! Теперь держи вот так, и она пойдет сама. Ах, ребята, почему учить приходится? Ну тут же потихонечку, не надо заламывать сразу, а ты начинаешь, и она у тебя плавно уйдет, куда тебе надо. Это же просто. Я бы показал, но не пускают за руль, ребят. Я могу теперь только, давай, отлично. Да, смотрите, новенький, вообще отлично. Да, еще заламывай. Еще у тебя место есть. Еще заламывай. Во! Плавно заламывай, все, отлично. Еще толкай. И потихонечку. И давай, уже в другую сторону выкручивай. Не, не в эту. Но уже поздно. Надо обратно ехать. Так, ребята, вот так работают наши люди. Да. Давай, выламывай и вперед. Из песни. Во-во, и до конца там смотрят. Человек стоит, он тебе показывает. Ну, выкручивай, в другую теперь. Там есть человек, он тебе показывает. Вон он в каске стоит. А? Он тебе покажет, где остановиться. Я тут рядом стою. Ты просто поворачивай. Крути руль. Другую. Во-во-во-во. Еще. Выкручивай. Еще. Отлично. Вот так. Давай. Выравнивай. Давай. Все. Вот прямо как в фаршуле, да? Теперь прямо. Теперь прямо и туда. Выкрути руль и прямо. Во. Из-за фаршули. Спасибо большое. Я Генал, супер. Yes. Я с России, Сибири. Все, good. Хорошо, стой. Все. С Красноярска. Можешь, да. Можешь вперед проехать. Ну, ты сильно близко, потом надо. Вот. Еще прямо. Давай. Еще. Все. Давай, удачи, все. Как-нибудь через переводчика общайся с ним, если вдруг что-то. Ну ладно, удачи, давай. Да, ребята, блин, потерял немножко времени здесь. Ну что поделаешь, помог человеку. Пускай теперь разгружается. Ну я смогу выехать, место есть, освободил я место. Так что все, еду. Подписывайтесь на канал, потому что показываю работу и жизнь в Германии. Вот такие моменты. Люди приезжают, надо помочь. Каждый хочет работать и получать нормальные деньги. Так что, единственное, что надо немножко подучить язык. Так что с вами был Андрей, всем пока.